Всем привет! И сегодня у нас будет распаковка вот такой вот большой посылочки. Данная посылочка пришла в Почте России из города Самары от Борисова Александра. Она доставлена была за 7 дней. И немножко предыстории. В данной посылке находится шуруповерт, который я выиграл, участвуя в конкурсе на сайте полезных самоделок. Вот, ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Вот, я занял там первое место, и в подарок мне прислали вот такой вот шуруповерт. Сейчас мы его распакуем и поглядим. Кстати, кто увлекается самоделками, данный конкурс на сайте еще проходит, и там будет еще два этапа, поэтому желающие можете зайти на этот сайт, посмотреть и поучаствовать. Вот, но сейчас распакуем посылочку и посмотрим. Вот такой вот подарок я выиграл. Шуруповерт фирмы Hitachi. Так, вот его характеристики. Значит, 12-вольтовый. Поставляется вот в таком вот кейсе. Сейчас мы распакуем кейс. Поглядим. Вот такой вот фирменный пластиковый кейс. Защелки. Открываем. И вот он. Так, гарантийный талон, инструкция. В комплекте поставляется зарядное устройство. И сам шуруповерт. Вот такой вот удобно. Такой удобно в руке лежит. Рабочий, заряженный. Так, что в нем имеется? Автореверс. Затем. Это, я так понимаю, скорость вращения. Да. Далее в комплекте с ним идет такая вот битка. Со специальным отсеком для удержания, для крепления. Также вот это, я так понимаю, защелка крепления на пояс, чтобы можно было удобно его носить с собой. И аккумулятор. Вот такой вот шуруповертик. Огромное спасибо Александру и администрации сайта за проводимые конкурсы. Я очень доволен такому подарку. Буду и в дальнейшем также участвовать в конкурсах. Надеюсь, правда, сейчас особого времени нет. Вот как видно, я распаковку делаю у себя в доме. Здесь идет вот такой вот ремонт. Не знаю, ремонт уже идет 2 месяца. Когда он закончится, неизвестно. Но надеюсь, что скоро это все закончится и буду дальше выкладывать свои работы. Ну, на этом, я думаю, все. Всем спасибо за внимание. Оценивайте данное видео. Кто хочет, повторюсь, участвовать в конкурсах самоделок, переходите по ссылочке ниже. Я думаю, каждый найдет для себя что-то там интересное. Вот, ну все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.